Всем здарова, с вами Король, и давным-давно я, сыграв в Old Blood, остался таки доволен и решил, что оригинал будет намного круче, по крайней мере по количеству часов будет больше веселья, чем в аддоне. Но тем не менее в игре также есть и минусы. О шатанской части можно не говорить, она все так же хороша: стрельба с двух рук, укрытие, перекаты, подкаты, стелсы, жестокость, шашеленка и лазерный резак. Все же также не огорчило: угнать три вертолета, чтобы выиграть войну, ну окей, слетать на Луну, да пожалуйста. А вот наличие убежища меня не порадовало. С одной стороны, мы следим за развитием персонажей, качаем стелса о ней, но вот миссии для продолжения игры поражают своей тупостью и сильно ограничивают геймплей. Не дают вдоволь пострелять, да и вообще, к чему нужно лезть в люк за тем, чтобы поднять какую-то горелку и вернуться через все коллекторы назад. До безобразия мало стрельбы с зениток и поездок на машине, которые там есть. Но в остальном же все в порядке. В итоге я бы сказал, что тот же Old Blood получился более выдержанным, лишенным ненужным диалогом и короче, что несказанно помогло игре, а также отсутствием необходимости возвращаться в убежище для решения следующего шага. В итоге я могу сказать, что человек, прошедший оригинал, получит еще больше удовольствия от аддона. С вами был Краулер, до новых встреч!